Настоящее волшебство музыки, света и, главное, воды. Невероятные по красоте и сложности выступления артистов. Фантастические декорации. Все это грандиозное шоу «Цирк на воде. Остров сокровищ». Уже сейчас артисты готовы представить уникальную сказку владивостокскому зрителю. С гастролями во Владивосток приехала огромная команда мастеров своего дела. Билеты в первый ряд не продаются, а все потому, что манеж на месяц превратился в огромное озеро с фонтанами, водопадами и захватывающей игрой света. Наша программа – это сказка. Девочка, попадающая в сказку циркового искусства. Сейчас редко чем можно удивить, но когда это получается синхронно, свет, звук, то когда зритель делает… Это значит, что все получается. Сложно представить, сколько сил и терпения вкладывается при подготовке каждого номера. Все должно быть выверено на 100%. Опасные трюки воздушные гимнасты выполняют без страховки. Усложняет работу и уникальность атрибутов цирка на воде. Акробаты, мастера спорта по синхронному плаванию, гимнастике, смешанная группа животных проведут зрителей на незабываемое представление. А также впечатляющие номера в воде с дрессированными морскими львами, крокодилами и питонами. Сами артисты говорят: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну, я работаю со змеями, с крокодилами. Вот, это наши любимые животные. Ну, считай, я не дрессировщик, а друг. Больше всего мы демонстрируем, то есть всю красоту, всю их гибкость, такую экзотичность. И это мы все оформляем в красивую восточную картинку. Представление цирка на воде, как отмечают артисты, вызовет бурю эмоций, шквал аплодисментов, море хорошего настроения. Цирк на воде – это фантастическая феерия, которая заставит людей поверить в невероятное. Уважаемые владивостокцы, приглашаем вас на наше представление. Уверен, убежден в том, что оно вам понравится. «Цирк на воде» – это удивительная сказка. Это другой мир, в который билет доступен каждому. Посмотреть на шоу можно уже в эти выходные дни. Гастроли во Владивостоке продлятся по 19 апреля. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на 8-м.